Здравствуйте! Вы смотрите программу «Под знаком качества». И сегодня мы поговорим о чистоте в интересах потребителя. Тема нашего выпуска – работа клининговых компаний. Помните шутку? Вы женщина, а не посудомойка. Помните, вот только после работы бывает совсем не до шуток. Раскалывается голова, болит спина. И, конечно же, переступив порог дома, вам хочется просто отдохнуть. И, разумеется, вы далеки от наведения порядка в доме. Так что же делать? Неужели придется снова единственный выходной потратить на уборку? Не придется. Помощь уже подоспела. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня все хлопоты по уборке мы доверим профессионалам. Сейчас их называют модным словом «клинеры», от английского «клин» – «чистить». В республике рынок клининговых компаний успешно развивается, и их количество уверенно продолжает расти. По разным данным, сегодня свои услуги предлагают более 40 организаций. Эксперты чистоты предлагают полный спектр услуг, начиная от экспресс-уборки до генеральной. Причем как офисы, так и квартиры профессионалы убирают с использованием спецсредств и техники. Кроме того, специалисты помогут избавиться от надоедливых соседей, насекомых и грызунов, избавит мягкую мебель от неприятных запахов, бактерий. А вам останется лишь насладиться результатом. На сегодня фронт задач глобальный. Помыть окна, убраться на кухне, протереть пыль с мебели, навести порядок в ванной и, наконец, помыть пол. Почти генеральная уборка получается. Помощь клинеров очень кстати, если, например, у вас большие панорамные окна. Или если в доме вот такой пушистый домочадец. Нам до сих пор вот звонят и говорят, а мы не знали, что есть такая услуга. Мы уже хотели или новые покупать, или перетянуть. Лучше, конечно, делать раз в полгода, в крайнем случае раз в год. Такие вот актуальны: генеральная уборка, послеремонтная. Скептики могут сказать, зачем же тратиться, ведь проще сделать все самому. Да и неудобно, мол, поручать разгрести свой бардак кому-то чужому. Что думают по этому поводу жители? Иногда бывает, знаете, вот такой масштаб работы большой, да, что и, во-первых, они знают, какими средствами пользоваться, что, как, чего. Мы иногда вот не можем это сделать своими руками. Слыхала, знаю, но не приходилось. Вроде бы своими силами все обходимся. Затея очень хорошая, особенно для людей одиноких, пожилых. Это не для нас. Это мы все сами делаем. Мы не такие богатые, чтобы пользоваться такими услугами. В основном кухня. Страдает кухня и санузлы. Почистить, помыть более тщательно. Думаю, что клининговые компании нужны. И тут, само собой, возникает вопрос взаимоотношений заказчика и исполнителя. Заключается договор, скорее всего, с ними. И с ними работать более безопаснее, чем вызывать на дом просто стороннего человека, там, какую-нибудь бабушку, которую ты и не найдешь потом нигде. Друзья пользуются, да. В хорошей компании всегда есть договор, люди приезжают, все обговаривается, что и где, вылезает сумма, все на договоре, все оплачивается. Договор учитывает все – сроки, набор гигиенических средств, критерии оценки и многое другое. Профессиональный подход позволяет избежать недочетов. Здесь уж точно не будут использовать одно и то же средство для деревянных подлокотников дивана и зеркала в ванной. Настоящий клининг обязательно предусматривает чистку кафеля, ковров, мебели, паркета, мойку окон. Бывает еще экспресс-уборка. Это когда помощь быстрая и адресная. То есть убраться нужно не во всех комнатах, а, например, только на кухне. Чистая кухня – это вообще поездка. Поэзия для тонких натур и восторг для перфекционистов. Убираемся. Приходят заказчики, да, вот открывают они дверь и сразу говорят, ой, даже запах другой. Ой, так здорово. Увы, так бывает не всегда. Что же делать, если вдруг что-то пошло не так, и клинеры не оправдали ваших ожиданий? Куда обращаться за поддержкой, если не получилось договориться с компанией, которая проводила уборку? Есть два варианта. Или приезжаем, устраняем, или, например, говорят, ну, это незначительно, но я на следующую уборку всегда делаю скидку. Если при уборке произведено какое-то повреждение имущества, аналогично обращаются либо в управление Роспотребнадзора, либо самостоятельно в суд, либо через Общество защиты прав потребителей. Для того, чтобы доказать правоту, необходимо
произвести видеосъемку, желательно крайне, зафиксировать с помощью соседей. Обращаю внимание, что доказательство надлежащего оказания услуг возложено именно на исполнителя услуг. То есть, что это значит? Это значит, что если потребитель недоволен качеством оказанных услуг, именно исполнитель обязан доказать надлежащее качество оказания услуг. В случае возникновения спора потребитель вправе также обратиться за судебной защитой, либо обратиться в общество о защите прав потребителей, которое достаточно много в городе Чебоксар. Как правило, услуги оказываются бесплатно для потребителя. Потребитель не оплачивает обращение в суд. Все расходы ложатся на исполнителя, потому что в соответствии с законом в случае удовлетворения исковых требований с продавца либо исполнителя взыскивается штраф. Клининговые компании помогают держать в чистоте и порядке не только квартиры, но и офисы, дома и даже улицы. Это особенно важно в непростой эпидобстановке. По рекомендации Роспотребнадзора меры профилактики усилены везде, где предполагается массовое нахождение людей, в том числе и на улицах. Приезжала машина и, как сказать, разбрызгивала воду, что ли. И после проезда данной машины я почувствовала резкий запах хлорки. Ну, поняла, что проходит дезинфекция. Если я по утрам гуляю, то рано утром тоже проезжают машины с дезинфицирующим. Бывает, прямо и пахнет, что да, не просто так они обрабатывают. Этот способ профилактики во время пандемии стал одним из наиболее действенных методов защиты. При этом эксперты клининговой компании отмечают, что профилактическая и очаговая дезинфекция отличаются как целями, так и подбором обеззараживающих реагентов. Проводится дезинфекция при помощи либо моторизированных опрыскивателей, либо генераторов горячего, холодного тумана. Все зависит от, значит, типа помещения. Мы проводили, значит, дезинфекцию общественных пространств, остановки, подземные переходы. Также делали, значит, обработку на многих предприятиях города, где-то по предписанию какие-то предприятия, которые ответственны, потому что когда, значит, вышло постановление, что нужно было закрываться, потом немножко ослабили. Перед открытием многие предприятия проводили профилактическую дезинфекцию. Дезинфекция проводится при помощи препаратов, имеющих высокое вирусидное действие. Сейчас вышел Санпин именно по коронавирусной инфекции. То есть в нем прописано, что препараты должны быть либо хлоросодержащие, либо кислородосодержащие. На основе, значит, таких компонентов мы подготавливаем растворы. Иногда бригаде приходится выезжать на одно и то же место по два раза. Причины могут быть разные. Результат должен быть один. Если, допустим, вот были такие ситуации, что где-то на предприятии был выявлен больной, то есть было предписание от Роспотребнадзора провести дезинфекцию, проводилась дезинфекция, и через какое-то время выявлялся еще один больной. То есть он мог не обязательно контактировать непосредственно с тем человеком, мог быть где-то контакт у него, то есть где-то на стороне, дома, еще где-то в общественных пространствах. И вот, ну, в таких случаях бывало. А так, чтобы мы провели дезинфекцию, и, ну, как бы в очаге до сих пор остается свирепствовать инфекция, такого не было. По рекламации мы проводим, да, повторную обработку, выезжаем, то есть устраняем эти недостатки. В первую очередь, именно ваша внимательность и бдительность при оформлении договора поможет в дальнейшем избежать проблем. Вы смотрели программу «Под знаком качества», и цель нашего выпуска достигнута. Мы вывели на чистоту то, что должно быть прозрачным и ясным. Напомню, программа выходит исключительно в интересах потребителя и не является рекламой. Будьте здоровы!